Китай отличается природно-географическим многообразием. И китайцы из разных районов страны предпочитают совершенно разные основные блюда. Районов страны основное меню весьма разнообразно. Главные блюда не только калорийны, но и оказывают влияние на восприятие китайцами смены времен года, обеспечивают им разнообразную, здоровую и интересную жизнь. Село Динцунь в провинции Шаньси – одно из древнейших в бассейне реки Хуанхэ. Здесь женщины хорошо готовят различные мучные изделия. Смолотое в порошок зерно деревенские женщины называют мукой. Этому способу обработки зерна уже 10 тысяч лет. Недалеко от села был обнаружен древнейший каменный жернов. Подобные жернова используются до сих пор. С помощью каменного жернова мерят зерно, затем его просеивают, и только после этого получается мука – основа для приготовления мучных изделий. В провинции Шаньси, находящейся в центре материка, много гор, но мало воды. Здесь плохо растут овощи. Здешние хозяйки не могут позволить себе готовить различные овощные блюда, поэтому, чтобы разнообразить рацион, они уделяют особое внимание изготовлению различных видов мучных изделий, которые могут составить настоящее меню целого застолья. Эти разнообразные блюда из муки стали проявлением смекалки и кулинарного мастерства местных жителей. В то время, когда тетушки из села Динцунь суетятся над праздничным столом по случаю дня рождения, пещеры лесового плато наполняются ароматом свежей выпечки. Крестьянин Хуан из Суйде только что снял целую решетку приготовленных на пару золотистых пампушек. Приготовленное Хуаном пшено превратилось в очень вкусные пампушки. Раз в три дня он проезжает полтора часа на велосипеде, чтобы добраться до уездного центра и там продавать свою продукцию пампушки. Уезд Суйде находится в холмистой местности на севере провинции Шаньси. Меню местных жителей главным образом состоит из мучных изделий. Здесь готовят самые разнообразные блюда на основе муки из пшеницы и других зерновых.
обед хуамуму! Хуамуму! Вот Катя куда? Сын это дынян! Эй! Вот это дыховча! Хуамуму! Никой! Никой! Мэмата! В Суиде в изобилии растет проса. Золотистые пампушки готовят как раз на основе проса. Проса – засухоустойчивая культура, поэтому и является одной из главных зерновых культур Лесового плато. Более 8 тысяч лет назад в бассейне реки Хуанхэ началось выращивание проса. Просовая каша не такая вкусная, однако в прошлом она была основным блюдом для жителей Северной Шэньси. Проса бывает твердым и мягким. Хуан смешивает два вида в пропорции 7-3 и замачивает в воде на ночь. После этого начинается молотьба. Просяная мука используется для приготовления пампушек только после ее тщательного просеивания. Хуан убежден, что проса, смолотая механически, никак не может сравниться с просом, смолотым на жернове прямо дома. Обжаренная проса источает приятный аромат. Это секрет, которым гордится Хуан. Чтобы тесто подошло, надо оставить его в чане на всю ночь. И еще хорошо закутать чан одеялом. Семья Хуана живет в пещерном жилище. Такой вид жилища является древнейшим в районах Лесового плато. Его история насчитывает более 4000 лет. Заветное желание местных крестьян, тяжело работающих всю жизнь, построить себе несколько таких жилищ. Если достаточно землянок, можно жениться и завести семью. Хуан с женой за раз приготовили 700 золотистых пампушек. Молодьба, приготовление теста, брожение – на все это ушло 3 дня. Они начали в 3 часа утра и проработали до 9 часов вечера. Хуан тщательно готовит свои пампушки. Он человек честный. Берет за одну пампушку юань и никогда не торгуется. 120块钱。你咋了？咱不是也没干干了的呀？可难做的，现在做呀，哎呀，平时那这在这那些小苦钱，哎哎，要不是说这，活不不哎。 В самые холодные месяцы в году Хуан продает по 15 тысяч золотистых пампушек. После всех расходов его чистая прибыль за это время составляет около 8 тысяч юаней.
Хуана есть сын и дочь. Сейчас они живут в городе, больше не занимаются земледелием. Однако сам Хуан не готов к такой городской жизни. Он живет в своем пещерном жилище, питается зерном, которое сам и выращивает. Хуан доволен жизнью, его душа спокойна. На протяжении многих веков китайцы использовали в пищу хлебные злаки. Чувство удовлетворения жизнью появляется именно благодаря миллионам таких, как Хуан, простых крестьян, усердно работающих на земле. Китая обширные земли. Здесь созревшая пшеница определяет основной цвет земли. Пшеница по естественному коридору Хэси проникла в бассейн реки Хуанхэ. Этот злак богат питательными веществами. Спустя более 4000 лет пшеница стала зерновой культурой на севере Китая с наибольшей площадью посева. Этот лучший сорт злаковых культур из Западной Азии стал популярнейшим продуктом питания для китайцев. После брожения пшеничное тесто для будущих лепешек стоит в особой яме печки. В готовых круглых лепешках содержится мало воды, поэтому их можно долго хранить. Это самая важная пища для уйгуров. Ее часто можно видеть в каждой уйгурской семье. В синьцзянском уезде Куча местные жители отмечают Курбан-Байрам. На их столе настоящие изобилие деликатесов. Лепешка нан – излюбленная пища уйгуров. Слово «нан» происходит из древнего персидского языка. Это блюдо появилось 2000 лет тому назад. Пампушка – в самом начале так называли булочку, приготовленную на пару. Это излюбленная пища жителей бассейна Хуанхэ. Китайские предки придумали новый способ приготовления пищи на воде. Впервые на пару готовить люди стали в Китае. В Китае издавна известны 5 злаков. Это понятие не претерпело испытания временем. Около 2000 лет тому назад в 5 злаков входили рис, пшено, проса, пшеница и бобовые. Сегодня в Китае по объему урожая 3 первых места занимают рис, пшеница и кукуруза. Однако, как бы ни менялся порядок, рис всегда был первым. Димэнь на языке народности дун означает «исток родниковой воды». Село Димэнь находится у истока реки Цинь-Шэйцзян. Здесь большую часть года стоит дождливая погода. Кушуньюй набирает рис из хранилища в своем доме. В условиях такой влажности для хранения риса склад просто необходим. Склад построен на деревянных сваях на воде. Это оберегает от пожаров, набегов мышей и муравьев. Самому старому складу здесь уже 300 лет. На складе в семье Ушуньюи хранится необработанный рис. В таком виде рис может долго храниться, сохраняя свою свежесть.
Сегодня этот рис У Шуньюй приносит дар своему земляку, живущему на окраине села. В селе Димэнь в день, когда ребенку исполняется 1 месяц, родственники ребенка по отцовской линии приносят свадебные подарки сватам. Это знаменует подлинное оформление новой молодой семьи. Женщины также приходят с подарками, с яйцами, выражая свои наилучшие пожелания по случаю появления на свет новой жизни. Крахмальная лапша, приготовленная на основе рисовой муки, один из самых важных продуктов в уезде Липин провинции Гуйчжоу. На местных базарах это блюдо можно увидеть повсюду. Рисовая лапша в остром мясном бульоне – любимое блюдо местных жителей. Перемолка вымоченного свежего риса – это первое, что сделала Ян Сюся для приготовления лапши. Получившуюся массу затем укладывают на решетку для варенья на пару и на сильном огне доводят до готовности. Теперь массу надо охладить и поставить на хранение. Это типичная мастерская по изготовлению рисовой лапши в Южном Китае. Белоснежная, будто нефрит, рисовая лапша при варке источает свежий рисовый аромат. Ян Сюся с мужем работают слаженно. Каждое движение они повторяют по много раз. Из года в год в Китае проходит весенняя вспашка, летняя прополка, осенний сбор и зимнее хранение риса. В настоящее время свыше 65% китайцев употребляют в пищу рис. Китай является самой древней страной в мире, где начали культивировать рис. Его начали выращивать еще 7 тысяч лет назад в бассейне реки Янзы. По мере роста из зеленых побегов появляются золотые колосья. Разнообразные обычаи и традиции питания сформировали целое меню удивительных по вкусу блюд из риса. Гуанчжоу местные жители очень любят рисовые блюда. По способу приготовления они напоминают лапшу уезда Липин. Рисовая лапша появилась 150 лет тому назад в местности Шахэ, поэтому ее называют лапшой Шахэ. Лапша Шахэ тонкая, прозрачная и упругая. Это очень вкусное блюдо. Жареная лапша с говядиной – любимые блюда жителей провинции Гуандун. Приготовление такой лапши – это серьезный вызов профессионализму гуандунских кулинаров. Чтобы приготовить вкусную лапшу с говядиной, необходимо быстро обжарить лапшу на сильном огне, уделив внимание сохранению ее целостности. По мнению северян, это тоже лапша, но не пшеничная, а рисовая. Более 1000 лет назад сельское хозяйство в Китае было разграничено на зоны. В районах к северу от гор Цинлин и реки Хуайхэ выращивали в основном пшеницу, а к югу – рис. Поэтому южане любят рис, а северяне – пшеницу. Город Сиань расположен в нескольких тысячах километров отсюда. В этой закусочной старом районе городка всегда длинная очередь. Что заставляет местных жителей терпеливо стоять в очереди? Это, пожалуй, только здешние лепешки с мясом. Лепешки в Сиане – наиболее популярная основная пища местных жителей. А лепешки с мясом – традиционный рецепт их приготовления.
Лепешки с мясом – идеальное сочетание мучного изделия и мяса. Сианцы поджаривают лепешки на огне, затем добавляют в них мясную начинку более чем с 30 приправами, приготовленную на медленном огне. Вкус лепешки чистый, а мясо мягкое и сочное. Такое сочетание взаимно усиливает аромат. Житель Сианя Цауши вместе с друзьями организовал рэп-группу. Они поют на сианском диалекте. Цауши преподает в университете и вместе с тем пишет песни для своей группы и исполняет их. В этой песне о лакомствах простых жителей Шуньси он перечисляет сразу десятки видов деликатесов. На протяжении веков город Сиань был одним из самых оживленных мировых центров. Сиань был столицей 13 династий. Люди, приезжавшие сюда со всего мира, принесли собственные кулинарные традиции. Вплоть до сегодняшнего дня Сиань – это рай для тех, кому нужен большой выбор основных блюд. Крепкий бульон с кусками лепешек – это одно из основных блюд в рационе местных жителей. Разломить лепешку можно на кусочки разной величины, как хочется. Этот несложный процесс стал истинным наслаждением для сианцев. На северо-западе Китая, кроме говяжьего и бараньего бульона с кусками лепешек, распространена и ланчжоуская лапша в говяжьем бульоне. Жители города Ланчжоу начинают свой день с пиалы лапши в говяжьем бульоне. В Ланчжоу насчитывается больше 1000 мусульманских закусочных. Ежедневно в них готовят более миллиона пиал лапши в говяжьем бульоне. Упругая и горячая – так характеризует ланчжоускую лапшу в говяжьем бульоне. Сто лет тому назад некий Ма Баоцзы, хуэйц по национальности, придумал рецепт лапши в горячем бульоне из говяжьей и бараньей печени. Это блюдо сразу же стало популярным среди местных жителей. Качество говяжьего бульона является критерием качества самой лапши. Отличная лапша в говяжьем бульоне – это не просто желтая и тягучая лапша. Она должна быть сварена в свежем бульоне с добавлением белой редьки, красного масла из чили и кинзы. Ма Баоцзы добавлял в тесто лапши богатую углекислым калием воду. Это делало тесто эластичным. Весь процесс приготовления лапши выполняется вручную. Ма Вэньбинь – повар в четвертом поколении. Его специальность – лапша в говяжьем бульоне. Он работает в этой закусочной уже 40 лет. Чтобы вытянуть лапшу до разной толщины и ширины, нужны сильные руки, а также способность контролировать свои силы.
та же пшеница, та же пшеничная мука, но какие разнообразные блюда с лапшой можно из них приготовить. Вкусовые пристрастия к лапше у южан и северян совершенно разные. Жители Гуанчжоу любят тонкую лапшу, абсолютно отличную по вкусу от ланчжоуской лапши. Эта лапша отличается большой эластичностью и упругостью. В Южном Китае, в частности в провинции Гуандун, урожай риса собирают по 2-3 раза в год. Однако это не мешает гуандунцам любить и лапшу. Это тесто сделано с добавлением утиных яиц, а замешано оно традиционным способом. Самое главное – это давление. Тесто должно придавить бамбуковыми жердями. Под весом жердочек и силой их давления тесто становится гладким и тонким. Тонкое тесто можно использовать для приготовления лапши и сочни для ушек с бульоном. Такое тонкое тесто отличается оригинальным свойством – необычайной упругостью. Бульон из свиных костей, рыбы и креветочной икры будет готов спустя 3 часа варки. Пиала супа лапши с ушками – любимое блюдо жителей Гуандуна. Они называют эту традиционную лапшу джушаньмянь – лапша, сделанная бамбуковыми жердями. Метод приготовления лапши передается из поколения в поколение, вплоть до сегодняшнего дня. Жители Гуандуна готовят лапшу с помощью бамбуковой жерди, а жители бассейна Хуанхэ – с помощью скалки. Раскатка теста для девушек бассейна Хуанхэ – это навык, которым непременно нужно овладеть. Завтрак – лапша, обед – банкет. Такую традицию жители села Динцунь соблюдают в дни рождения сельчан. Супругу тетушки Вэй исполнилось 70. В день юбилея тетушка Вэй начала суетиться с раннего утра. Китайцы называют лапшу для юбиляра шоумянь, что означает лапша долголетия. Почему же человек в день своего долголетия должен есть лапшу? Почему лапшу китайцы считают символом долголетия? Существует такое объяснение. Лапша длинная и тонкая. По-китайски эти прилагательные звучат как чан и шоу, что является омонимом в китайском языке к слову «долголетие». Лапша таким образом стала популярным для китайцев блюдом по случаю дня рождения. Праздничным столом в день рождения в селе Динцунь сельчане должны принять участие в своеобразной церемонии. Перед началом застолья надо выбрать самую длинную лапшу и поместить ее в пиалу виновника торжества. Все сельчане должны следить за тем, как ест юбиляр, желая ему при этом счастья, благополучия и долголетия. Сишань, провинция Шэньси, люди тоже едят лапшу в день рождения. Всякий раз, когда отмечается день рождения долгожителя, жители Сишань, собравшись вместе, смотрят представление местной оперы «Синьцян». Церемония празднования дня рождения и представления не обходится без пиалы горячей лапши в кисло-остром бульоне с фаршем.
Когда угощают лапшой с фаршем, как правило, гостей принимают целыми потоками. Банкет начинается с рассвета. Согласно местной летописи, лапша в бульоне с фаршем появилась 3000 лет тому назад. Есть лапшу, а не пить бульон – это общепринятое правило для местных жителей. В провинции Шэньси люди называют обжаренное рубленное мясо саоцзы. В уезде Цишань саоцзы готовятся с особой тщательностью. Мясные ломтики режутся очень тонко. Все должны быть одинаковой величины. Затем их жарят в масле до прозрачности. После добавления уксуса и молотого перца чили жарко проходит на медленном огне. Высококачественный фарш саоцзы должен получиться ярко-красного цвета с выраженным кислым и острым вкусом. Вот такой ярко-красный саоцзы с перцем чили является основным ингредиентом лапши сишаня. Гарнир к лапше саоцзы должен быть 5 цветов. Черные древесные грибы и белый соевый творог тофу – символы четкого различия добра и зла. Желтое яйцо – символ богатства. Красная редька – символ благополучной жизни. Зеленые молодые стрелки чеснока – символ жизнеспособности. Все эти 5 цветов отражают стремление жителей уезда Цишань к счастливой жизни. Цишаньская лапша с фаршем саоцзы стала истинным шедевром китайской кулинарии. Ее можно сравнить с художественным произведением. Цишаньская лапша – это блюдо, сочетающее функции основной пищи с гарниром. Такое сочетание часто встречается и у тех, кто принимает рис как основное блюдо в рационе. А вот жители городка Дзясин на завтрак употребляют горячие мясные дзунзы, кушанье из клейкого риса. Город Дзясин расположен в бассейне озера Тайху. Это место издавна славится как житница. В настоящее время дзунзы превратились из праздничного блюда в обыденную пищу. Ежегодно в начале 5 месяца по лунному календарю, то есть на праздник двойной пятерки Дуань-У, на юге Китая в каждом доме намачивают клейкий рис, моют тростниковые листья, готовят дзунзы, чтобы почтить память поэта-патриота Цюяня, который бросился в реку 2300 лет тому назад. Следует традиции приготовления дзунзы. Переход от аграрного к индустриальному обществу и технический прогресс позволили людям кушать дзунзы везде и в любое время года. Однако китайцы по-прежнему предпочитают готовить вручную продукты питания в соответствии с подходящим для них сезоном.
Это означает продолжение традиционного образа жизни. Когда созревает поздний рис, в Нинбо наступает время для приготовления няньгао – брусочков из клейкой рисовой муки. А пятилетняя девочка Нин-Нин лепит няньгао вместе с прабабушкой. Село Дзинтхоуцунь с трех сторон окружено морем. Род Гу самый большой в селе. Семья дедушки Гу живет здесь давно. Ему в этом году 78 лет. Бабушка Гу вышла замуж за него и прожила здесь более полувека. Она родила 4 детей, а также воспитала поколение внуков. Теперь она уже начала ухаживать за 4-м поколением в семье. Няньгао жители Нинбо по традиции готовят на Новый год. В Нинбо няньгао готовят из позднего короткозернистого риса, собранного в текущем году. После того, как рис замачивают, перемалывают, запаривают, замешивают, молекулы риса преобразуются, улучшается его вкус. Теперь это рисовое тесто надо положить на доску для дальнейшей обработки, отмесить его и раскатать. И лишь затем, наконец, няньгао вырезают в форме брусочков. В прошлом во многих домах города Нинбо к Новому году готовили по 50 килограммов няньгао. Няньгао хранят в воде, так они не портятся по несколько месяцев. Трудясь в поле, местные жители едят няньгао для того, чтобы сэкономить время на трапезе. Гарнирами к няньгао выступают разные овощи. Няньгао – это и основная пища, и вкусные второстепенные блюда. Жареный краб-плавунец в качестве гарнира к няньгао помогает проявить другой, новый вкус этого мучного изделия. На кухне дома у дедушки Гу поднимается горячий пар. Повсюду разливается аромат блюд. Накануне Нового года дети и внуки вернулись из города в родную деревню. Внуки уже выросли, у них свои семьи. Так 4 поколения собрались вместе за праздничным столом. Такое бывает лишь 2-3 раза в год. Дедушка с бабушкой очень рады. На праздничный стол обязательно подают няньгао, ведь это блюдо очень нравится детям. Дети выросли. Теперь няньгао готовят все реже. Но старики по-прежнему готовят его традиционным способом. Приготовление няньгао – очень торжественное дело здесь. В это время обязательно приходят на помощь соседи. Местные жители называют няньгао, сделанный в круглой форме, туаньзе, что означает счастье и благополучие.
Бабушка положила целебную полынь, сохранившуюся с весны, в приготовленное на пару тесто для туаньзы и начала его месить. Зеленый сок травы проникает в туаньзы. Наконец получается няньгао темно-зеленого цвета. Готовое няньгао мягкое, вязкое, клейкое на вкус. Уже готовые блюда посыпают золотистой сосновой пыльцой. В воздухе чувствуется аромат свежей травы. Прямо слюнки текут. Нинь вырастет, она наверняка забудет, как готовить няньгао. Однако эластичность и упругость няньгао и оживленную атмосферу, которая царит во время его приготовления, она, пожалуй, запомнит на всю жизнь. После короткой семейной встречи дети, прихватив с собой няньгао, приготовленный дедушкой и бабушкой, снова возвращаются в город. Праздник весны для китайцев – это семейный праздник. В 2012 году Байбо провел праздник весны в Пекине вместе со своей семьей. Байбо вырос в провинции Шаньси. Окончив вуз, он остался жить в Пекине. Впервые за последние 10 лет он встречает праздник весны в Пекине со своими родителями, сестрой и родителями жены. У Байбо две пятилетние дочки, близнецы, Дзисян и Жуи. Будучи профессиональным кинооператором, Байбо постоянно находится на съемках в разных местах. А Дзисян и Жуи вместе с мамой и бабушкой живут дома. Только на праздник весны девочки могут провести время с отцом. Положить начинку в сочень теста и залепить оболочку в виде серпа – так получаются красивые пельмени. Пельмени означают переход от старого к Новому году. Какой бы ни была жизнь в уходящем году, накануне Нового года вся семья вместе должна кушать пельмени. Это блюдо не могут заменить даже самые изысканные деликатесы. Китайцы, как никакой другой народ мира, придают семье важное значение.
Сегодня, когда многие традиционные продукты питания делаются уже не вручную, а с помощью техники, китайцы по-прежнему из года в год готовят дома, повторяя одни и те же действия.中国人那种传统的家庭观念里面是代代相承的，他们传承给我的这种东西呢，我也会传承给我的孩子。就像这种饺子，我觉得在他们幼小的心灵里面，然后他们会埋下一个种子，无论走到哪，无论飞得再远，他们都会想起。他的爸爸妈妈，我们能给他们做了一些什么好的吃的，这就是中国人一辈子代代相传的一种记忆，食物的记忆。Для Байбо и его семьи это самое счастливое время в году. В это время еда фактически уже не имеет особого важного значения. Ведь самое главное для китайцев это встреча родных. Именно об этом они и мечтают. Это и есть китайцы. Это и есть традиции китайского народа. Это и есть история основных блюд в китайской кухне. По-своему, понимая культуру питания, китайцы непрерывно экспериментируют в еде и стремятся обрести вдохновение для биологического превращения продуктов питания. Все эти фантастические превращения создают удивительные вкусы и усиливают понимание роли питания. Как составляющие культуры, они передаются из поколения в поколение.